Привет, сейчас я расскажу о работоспособности 6 классов на ЮВОВ. Распределю я их работоспособность по процентам. Возможно, некоторые оценки покажутся вам завышенными, но по-другому оценить я не могу, ибо у меня нет возможности изучить класс от начала до конца. Первый класс – это воин, я дал ему работоспособность 91%. Из 246 способностей 15 некорректно работают. Также есть некоторые проблемы с рывком, который некорректно работает. Точнее сказать, не до конца. Также есть некоторые проблемы с способностями, которые дают баф к усилению силы. Следующий класс – это друид. Полную работоспособность я ему дал в 92%. У класса есть некоторые проблемы с использованием инвиза, иногда он некорректно работает. Если у вас отображается, что вы в инвизе, есть шанс, то, что вы на самом деле не в инвизе. Ну и также есть некоторые проблемы с способностью прорыв, который иногда может не дать свой баф. Следующий класс это паладин, на 272 способности 38 некорректно работают. У класса есть некоторые проблемы с бафами, но в основном проблемы связаны с избыточным уроном. То есть, когда паладин должен наносить 500 тысяч урона, он наносит в несколько раз больше. Этот баг, кстати, появился недавно. Следующий класс разбойник, 84%. Имеет некорректный эффект от использования бафов. К примеру, способность кровавый план, который некорректно увеличивает ваш урон. И также, как и у предыдущего класса, есть некоторые проблемы с инвизом, он некорректно отображается. Следующий класс это охотник, 83%. Хант с самого начала был очень поломанным. К примеру, пэт мог не спавниться, когда вы его призываете, либо вовсе быть мертвым. Ну и сам по себе пэт постоянно умирает. Также появился баг, то что у БМ Ханта пэта наносит по 1 миллиону урона. Ну и последний класс это маг. У него есть также проблемы с бафами, как и у всех предыдущих классов. Также есть проблемы с призывом элементалей. И периодически у некоторых игроков, когда они берут в таргет этого элементаля, он начинает неожиданно прыгать, то есть некорректная анимация. Также есть проблемы с PvP талантами и талантами вашего артефакта. В следующей части, если вам будет это интересно, я рассмотрю последние 6 классов. Ну а пока вот финальная таблица работоспособности. Она немного завышена только потому, что найти информацию не так уж и легко. При этом каждую неделю находятся более новые баги. Ну а по сути, на этом все. Благодарю вас за просмотр. Удачи!